Thank you.
Пускай Тамара споет. Субтитры создавал DimaTorzok.
Thank you.
Тамара Михайловна, сейчас прозвучит песня, которую написал композитор «Всю жизнь живущего Ули». Его мелодиям свойственна радость светлого ульского утра, чистота родниковой воды. Ирвом юрод херца суданаш ася уячас. Аржиш тарити гуапов титисиваль хадра харахар. Thank you.
Тамара поет. Ну-ка, ты сразу! Сатва, шапка рисапка на
Филармонии. Я хочу сказать ему слова благодарности от всех нас. Как важно, что родиться первым, кто поможет тебе создать твой первый репертуар. Второе рождение адыгским народным песням дал заслуженный деятель искусства Адыгеи Кабардино-Балкарии композитор Аслан Касимович Нихай. Художественный руководитель ансамбля. Слова благодарности ему.
звучали новые песни. Их было очень много. Звучали старинные песни, которые мы открывали по-новому для себя. «Сырать», «Тимур один», да и многие другие. Итак, сегодняшний вечер – это своеобразное объяснение в любви актрисы, певицы, вам, зрители. 5 лет назад Тамара вышла на эту сцену, а начиналось это так. Абертая
Сегодня Тамара, музыкальный редактор Адыгейского республиканского.